Спасибо большое. Мы рады вас приветствовать в Козлов Клаб. Сегодня на сцене для вас играет Владислав Денисов, кларнет, Марк Гайдар, контрабас. Сегодня с нами первый раз играет Павел Ершов на ритм-гитаре. Меня зовут Дмитрий Купцов. Все это Swing and Gypsy. Мы играем с джаз-мануш. Сыграли вещь, которая называется Бельвиль. Это район в Париже. Что дальше? Мы сыграем Douce Ambiance. Oui, Douce Ambiance. Что переводится «Сладкая среда». Атмосфера джазовых клубов в Париже 30-х годов. Да, как мы все любим. Thank you.
А сейчас немножко французской музыки. Мы сыграем вальс. Если вдруг кто-то хочет потанцевать, давно не танцевал вальс. Мы просим на танцплощадку. Indifference. Мы опять вернемся к свингу, потому что наши ежесубботние вечера называются Swing and Gypsy. Да, поскольку мы играем джаз-мануш или джипси-джаз, мы сыграем композицию Джанго Рейнхарта, называется Swing 39. Thank you.
Мы решили сыграть композицию, которая называется «Фоси Фора». Это такие цыганские фантазии на тему боссановы. Thank you.
Спасибо большое. Сейчас композиция сегодняшнего дня. Она называется «Китайский мальчик». На самом деле это старый джазовый стандарт. Много в джазе, да, «China Boy». Можно заказать чай к чаю-набою, а можно и что-нибудь покрепче. Да, кто что любит, кто что любит. Это старый джазовый стандарт о том, как маленький мальчик просто идет домой. Thank you.
Спасибо большое. Вот такой чай на бой. Сейчас мы сыграем балладу, которая называется «Loverman».
Мы закончим первое наше отделение блюзом в си бемоль мажоре. Это называется «Blues for Ike». Написал его Джанго Рейнхард, величайший гитарист прошлого века. Для вас играет Владислав Денисов, кларнет, Павел Ершов, ритм-гитара, Марк Гайдар, контрабас. Меня зовут Дмитрий Купцов. Все это «Swing and Gypsy» в «Козлов Клаб».
Спасибо большое. Мы сделаем перерыв и вернемся к вам снова. Спасибо. Мы сыграем сейчас композицию о состоянии, которое вам всем хорошо знакомо. Viper Dream называется. Композиция переводится как «Сон наркомана». Thank you.
Следующую композицию, которую мы сыграем, это тоже очень известный джазовый стандарт, посвященный внедорожнику Чироки. Очень быстрый и широкий. Так, Чироки. Thank you.
Thank you.
Спасибо большое. Следующую композицию не буду ее объявлять. Вы сможете почувствовать себя джазовыми знатоками. Вы, конечно же, ее знаете. Особенно если вдруг в детстве вы смотрели мультфильм «Ну, погоди». Смотрели на мультфильм «Погоди»? Все серии смотрели или только некоторые? Точно? Вот, правильно. Правильно. А Влад не смотрел ту серию, из которой мы играем мелодии. Ни одной не смотрел. У нас разное детство было, видимо. Thank you.
Спасибо большое. Вы, конечно же, узнали «Караван». Мы сыграем композицию, которую вы, возможно, тоже слышали, но не знали, как она называется. Называется «Minor Swing». Вот. Люди даже угадывают просто с первого вздоха мелодии. Да, если вы вдруг смотрели фильм «Шоколад», смотрели фильм «Шоколад», да? Или смотрели рекламу про Ролтон? Все сезоны? Еще про кофе есть. В общем, мелодия много где используется. Сочинил ее Джанго Рейнхард. Да, еще была игра, компьютерная игра «Мафия», в которой великолепная была музыка. Сочинил ее Джанго Рейнхард, основоположник стиля, в котором мы играем. Стиль джаз-мануш называется. И для вас исполнит Владислав Денисов, Павел Ершов, Марк Гайдар. Меня зовут Дмитрий Курцов. Исполним «Minor Swing». Thank you.
Спасибо большое, для вас играл Владислав Денисов, кларнет. Павел Ершов, ритм-гитара. Марк Гайдар, контрабас. Меня зовут Дмитрий Купцов. Мы играем здесь каждую субботу. Козлов Клаб. Спасибо вам большое, что вы сегодня были с нами. Ждем вас через неделю. Спасибо.